Первый вопрос, значит, Кафизма 16, Псалом 11, Псалом 11. Читай. Блажен муж, боясь Господа, заповеди к Его восхочет его, сильным на земле будет, семя его, род правы благословится, слава и богатство дому его, и правда его пребывает в века. Восия во тьме свет правым, милости пещеры и праведена. Владу мужу щедрей да я, устрою словеса своя на суде, яко век не подвижется, память вечно будет праведнее, под слуха званию боится. Готово сердце его уповать на Господа, утвердися, сердце его не убоится, донде живот зрительно. На враги своя расточи за дел Богим, правда его пребывает во век века, рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается зубы своими. Второй вопрос. Апостол, послание филиппийцам, начало 3. Какой это час? 49. Братья сие всегда послушайте мне, но я кажу пришествие моем точею, но ныне много паче в отшествие моем со страхом и трепетом свое спасение содевайте. Бог боясь действуя в вас, и ежепотерпите, и ежедейте о благоволении. Вся творите без роптания и размышления, да будете непорочные цели, чада Божия непорочна, посреди рода строптива и развращена. В них же является якоже светило в мире, слово животно придержаше, похвалу мне в день Христов. Третий вопрос, 7 ноября по старому стилю. Неделя 22, 25, мучникам, Елитине, Иеона, Исихия, Никандра и же с ними. Изменения сейчас. Здесь достаем песни, открываем 7 ноября. Ну, сначала кто их? Вот глаз пятый, по пятому глазу открываем, ищем песни. И там воскресный канон на 4 песни. Первая песня, читаем, значит, с первого Ирмос, с Ирмосом на 4. То есть Ирмос и 4, и по раз, два, три получается. То есть 4 сразу. И по каждой песне так. И второй там получается Богородичный, да. Богородичный, это вот здесь это 3, получается, песня первая. Также на два, это два стиха по одному разу прочитывается. Следующий мученикам, это с Минеи берем, по дню открываем, то есть на 7-й день по старому стилю, песни первая, и так же самое, там на 4, да, два раза. То есть здесь просто читаем раз, два, три, четыре, и так показывает, здесь раз, два, три, четыре, и там второй раз, тоже на 4, там раз, два, три, нет, раз, два, три, четыре, да, здесь уже читается полностью там. Ну, читается поочередно. Здесь там. Вот и я отдал.